желтую карточку. А клуб наказывает, в свою очередь, тоже. Об этом заявил Энрике Серезо. Голевой момент у ворот хозяев. И вот так на 7-й минуте Антуан Гризман забивает свой 11-й мяч в чемпионате. И таким образом утверждается в качестве главного бомбардира команды в этом сезоне. Все 11 с игры. Браво, Антуан Гризман. В таких погодных условиях все-таки оформить себе, пусть и небольшой задел в стартовые минуты, просто необходимо. Давайте смотреть. Конечно же, вверх передачу можно было только так доставить вблизи чужой штрафной. Здесь Рауль Гарсия очень легко и эстетично разобрался с защитником, переложив мяч с одной ноги на другую. И вот дальше передача в адрес Антуана Гризмана. Ну, а ошибся кто у нас? Четвертый номер. Анибаро выскочил на Гарсию, но предотвратить проход полузащитника не сумел. Дальше сам же поскользнулся, и Гризман в одно касание немедля мяч выискивает, кому бы там. Мяч доставить. Нарушения правил нет. Гризман подает. Мандзюкич. 0-2. Хрестоматийная атака с подачи, с фланга и завершающим ударом большущего центр-форварда. Но самое интересное, что не головой Мандзюкич забил, а ногой. И при этом занял очень грамотно позицию за спиной защитника. Дождался мяча и в одно касание, будучи форварда высокого класса, забил. Но вот здесь есть претензии у футболистов Эйбора на фол. Но мне, честно говоря, не показалось, что можно было там свистеть. Гризман к голу приплюсовывает еще голевую передачу. И вот Мандзюкич в ближний угол. Вратаря здесь не обвинишь. Хоть в ближний, хоть в дальний. Человек с двух метров бьет. И в одно касание попробуй успеть среагировать. Ну и отыграть 0-2 у Атлетико выглядит, честно говоря, делом нерешаемым. 0-3, да, 0-2 не отыграть, но 0-3 тем более. Мандзюкич в течение 3 минут оформляет дубль. Очень жаль, с одной стороны, что так вот быстро интрига в нашем матче умирает. Но очень жаль, что не получается полноценной борьбы. Давайте смотреть, Тиаго. Хорошая передача была, но там все-таки больше повлияла на эпизод ошибка защитников, которые не разобрались. Рауль Навас и Абрахам просто друг другу помешали в этом эпизоде и стали, собственно, виновниками того, что мяч в итоге отскочил к Мандзюкичу. Вот, быть может, атака случится. Сейчас нужно набирать скорость. Борха убирает, смотрите, на замок соперника. Подача, гол! Забивает Эйбар. Федрико Пьявокари. Брависсимо. Было сыграно по-итальянски эстетично. Ну и красивый гол, со вкусом забитый. Ну, конечно, началось все с этого подката Абрахама. И дальше, конечно, Борха Фернандес. Красавец. Убрал на замахе Хосе Хименеса. Да, это был Сауль. Сауль Берхон, прошу прощения, убрал на замахе Хименеса. Дальше с правой ноги навесил прямо на голову Пьявокари. Здесь проспали Годин и Сикейра.